Лево один, Чархин, не резать. Ой, лево один, это опасно. Право 6, 60 подброс. И право 5, лево широко. Да блять. 80, право 4, сложнее. Налево 3, не резать. Понял. Чархин, 60. Лево. Направо 4, сложнее, не резать. Направо 5. Да блять! Всем привет, ребят, с вами Вула, а на ваших экранах Dirt Rally, и наверняка вы все в шоке от того, что сейчас происходит. Да, Вула записал летсплей, но на самом деле, ребят, все гораздо проще, просто иногда возможности снимать стримы нету, и поэтому я подумал, а почему бы не иметь какой-нибудь дополнительный контент, который, скажем так, я могу просто выбрасывать тогда, когда у меня не будет, так сказать, стримов. Ну, сами понимаете, жизнь такая штука. Сейчас ты есть на месте, сейчас завтра тебя уже нет на месте, и стрим приходится отменять. А так я просто зашел, хлоп, активировал видосик, и все, и у вас есть что посмотреть практически на каждый день. Поэтому сегодня у нас будет Dirt Rally. Я буду играть на своем древнем, как яйца мамонта, руле. Трассмастер Rally GT Force Feedback, как раз типа под ралли вроде заточенные, но, блин, разумеется, баранка у него такая себе, как видите, здесь всего 250 или 270 градусов. Да и, в принципе, в ралли-то больше вот максимум, что используется в ралли, 180 градусов, больше вам ничего не надо. Но, по крайней мере, факт в том, что, ой, я буду гореть, потому что, ребят, в ралли я не катал. Последнее что-то я ездил, это, наверное, были Колин Макрай ралли, V-ралли, наверное, какая-нибудь старая часть, может, третья. Древние, скажем так, игры были, но, по крайней мере, это было очень давно, это было еще на клавиатуре, и неправда. За руль, конечно, на более такой хороший симулятор ралли я сажусь впервые. Разумеется, это не Dirt Rally 2.0, который вышел недавно, но, по крайней мере, Dirt Rally тоже славится своей хардкорностью. Большой хардкорностью. На самом деле, я уже запустил немножко пару гонок. Проехал, настроил руль, потому что проблемы возникали с поворотами. Он в центральной плоскости, бывало, очень сильно часто схватывал. Пришлось нам просто уменьшить положечку ползунков. Но это не важно. Давайте все-таки уже поедем. Кажется, чуть сиськи мять, поэтому идем в карьеру. Ну, да, вот у нас бюджет ограничен. Разумеется, всякую вот такую ерунду мы купить вряд ли сможем. Поэтому мы начнем с 60-х годов. Здесь у нас имеется только три машины. Купер, Лянча и Рено. Вот я сижу и думаю, что бы взять. Как бы... Вроде как бы... Рено не так много стоит, но при этом мощности у нее больше. Но у нее минус в том, что у нее привод задний. Это, конечно, плохо. Плохо. Потому что все-таки на ралли, как бы, по мне, лучше полный привод. Поэтому давайте... Купер, как-то не знаю, машина для девочек, поэтому возьмем, давайте, что ли, Лянчу Сильвию купим и управление командой. Наймите механика. Вот, у нас еще и механика нужно нанять, потому что без механика мы никуда не поедем. Два человека у нас есть, соответственно, механики хоть какие-то. Машину починить они нас смогут, когда мы ее расхуячим целиком и полностью. Погнали, в открытый чемпионат, вот наша машина и вот наша Сильвия. Ну, кстати, можно тут поменять цвет. О, зелененький есть. Ну-ка, ну да, зелененький Симпсон будет у нас, пускай. Хорошо, поедем на этом. Шейкдаун, то есть это начальная стадия гонки, то есть там буквально там первый чекпоинт, чтобы посмотреть, как все начинается, типа, не вся гонка, а вот маленький кусочек. Давайте ее прокатимся, чтобы посмотреть, что это вообще такое. Опять на правую стрельку. Что-то, блядь, ушло! Ну что, давайте тогда уже проедем целиком и полностью этот спецучасток. Надеюсь, мы не расхерачим машину полностью в хламину. Я очень сильно на это надеюсь. 5, 4, 3, 2, 1. 15 минут 1. Надо уложиться. Старт. Лево 5, длиной 100, через подброс. Право 6, подброс, яма. Спас на месте. Направо 5, на правую шпильку. Направо 5, на правую шпильку, я понял. Только что-то... Ну, как обычно, в принципе, ничего удивительного, все то же самое. Направо 4, длинный, 60. Право 3, нерез. Так,
Направо. Налево 4. Направо 3 на 2, 60. Давайте не будем тебя торопить, чтобы машина не разбирается. Лево 4, план. Налево 4, на резкий правый. Лево 4, налево 4, на резкий правый. Давай, разворачивайся. Наконец-таки прошли. На левую шпильку. Блять, опять левая шпилька, вы издеваетесь. Давай, давай, газу. Лево 4, чуть длинный. Держись по центру через трамплин. Вдоль перекрестка, лево 4. Лево 4. Право 3, длинный. Держись по 3. Право 3, длинный. Налево 2, проблема. Через лево трамплин. Проблема, ребят. Выскакиваем. Направо 5. Лево 2. Направо 2, поздний. На разбивку лево 2. Право 2, лево 2. Все, ну тут такие повороты серьезные. Направо по 90 через круг. Лево 2, направо сейчас 90 будет. Лево 5, усложняйте. Направо 5, 6. Право 6. Налево 6. Лево 6, понял. Направо 6, 60. Право 6, право 1. Так, 1. Тихо, ты что, блядь, ебанулся, 1. Второй вилку лево 1, только перекрёст. И лево 1 теперь. Лево 4. Так, лево 4, не так страшно, хуйня, прокатимся. Право 6, 60. Так, право 6. Держись правее, прыжок 100. Правее, прыжок, блядь! Право 6, через прыжок усложняйте, направо 5. Право 6, право лево 6. 6. Лево 6. Направо 4, через короткий трамплин усложняйте. На опасный право 1 вниз. Так, тихо, право 1 вниз. Право 4, 60. Право 4. Опасный, держись правее, через трамплин. На широкую левую шпильку. Тихо, не надо нам тут широкую левую шпильку. Направо 6. Право 6. Понял. Налево 2. Так, 2. На разбивку лево 2. Еще 2. Направо 1, через трамплин. Направо 1, да что ж такие-то повороты? Налево 5. Лево 5, можно переходить на третью уже. Налево 6, через яму 80. Лево 6, тоже ерунда через право яму. Право 1, усложнение. Блин, там право 1, да вы издеваетесь. На трамплин. Направо 4. Так, направо 6. Налево 4. Опасно, лево 6. Сразу разбивка лево по 90, не резко. Опасно, лево 6, разбивка по 90. Мы вышли, все равно немножко ушли. Налево 4, длинный. Направо 6. Направо 6. Направо 1. Короткий трамплин. Так, короткий трамплин. Направо 2. Направо 2. Налево 6. Направо 3. Через трамплин прыжок. 80. Левый 6. Через яму. 80. 80 через яму. Пас направо 5. Через большой прыжок. Большой прыжок, понял. Лево 5 длинный, на финиш. Лево 5 длинный, и на финиш. Первый спецучасток мы прошли, наконец-таки. Да. Не относительно, скажем так, плохо прошли. Я надеялся, что будет гораздо хуже. Ну, как надеялся. Я не надеялся, что будет гораздо хуже. Но прошли мы более-менее. Из 16 человек я приехал даже пятым. Учитывая то, что ехал первый раз. Вторая часть этого спецучастка, мы едем назад уже, соответственно, в обратную сторону. 3, 2, 1. 1. Старт. Право 3, длиной 100. Лево 6, возможно, прыжок 100. Да, конечно, прыжок, я помню, как прыжок. Право 6, через яму 80. Право 6. Опасно, лево 5, прыжок. Лево 5, прыжок. 60. Лево 3, чуть длинный, 60. Лево 3. Лево 4, продолжается вдоль перекрестка, широко. Лево 4. И лево 5. Лево 5. Право 4 на 3. Право 4 сразу развилка, право по 90, не ветер. И право по 90. Резать-то не резать, блять, надо скорость было не меньше взять. Так, выезжаем, не надо нам штраф. Так, секунду, проигрываем. Тихо, право 4 усложняется. 6. Это 6, блядь? Право 5, чуть я проебал, что-то право 5.
2 на 1, 60. Право 2 на 1. Ох ты, блядь. Опять эти дурацкие развороты. Сейчас пойду. Право 6, есть трамплин. Лево 4, длинный. Лево 4, длинный. Опасно, лево 6, прыжок. Держись по центру. Понял, лево 6, прыжок, держись по центру. Лево 6. Направо 5, левее 60. Надо было левее взять. Развилка, право 2. Так, вырулим, вырулим, вырулим. Развилка, право 2, узкого полона. Налево 2, широко длинный. Лево теперь 2. Налево 6. Налево 6. Направо 6, налево 6. Право 6, налево 6, понял. И опасный право 5, усложняйте. И резко перекрёстка. Опасный право налево 5. Налево 90 через прос. Развилка, право 3. Так. Право 3. Ерунда, прокачивайся. Налево 2, усложняйте. Налево 2, отойдём свою мать. Что это такое? Налево 6. Так, налево 6. Право 3, чуть длинный через яму. И 3, чуть длинный. Налево 3, длинный. Налево 3, длинный. Понял. Развилка, право 5, 60. Так, держимся. Право 5, длинный. Направо 5, длинный. Да, длинный пошли, хорош. Хватит. Правая шпилька, 60. О, блядь, правая шпилька. Давай, газу, газу. Левая шпилька. Блядь, давай, серьезно. На развилку резко право, 40, через финиш. Развилки резко вправо? Блядь, геморрой. Так, и опять я проехал еще хуже. А нет, в этот раз я уже проехал на третьем месте. Отстаю всего 24 секунды. Сколько это в сумме получается? По общему времени идет. Так, ну на одну позицию я сместился, но в любом случае проигрываю еще минуту от первого времени. Минуту. Так что теоретически на второй гонке... Бля, нет, минута времени это, конечно, слишком дохрена. Точнее, на второй гонке, а на третьей части гонки. И четвертой. Может быть, мы эту трассу... Ну как эту трассу? Это другая трасса уже будет, получается. Это участок 3. Здесь можете давать нам указания о ремонте автомобиля. Понятно. Чё в начале? Ну, в принципе, не так сильно я повредил автомобиль. Относительно, я бы сказал. Все вроде бы из большего целого. Вот подвеску, действительно, полностью давайте починим. Уберем. И приводной вал. Колеса тоже, чтоб теперь тормоза. Это, в принципе, самое главное, что хотя, блин, нельзя. Уже штраф будет идти. Ладно, давайте в среднем что-нибудь такое вот сделаем. Кузов, фары. Давайте кузов еще дочиним, чтобы у нас не было ни побитых стекол, ничего, все, чтобы целая была фара и прочая ерунда. 3, 2, 1, старт. Так, право 4, чуть длинный. Налево 5, 60 трамплин. Налево 5. Направо 3, длинный. Направо 3, длинный. Налево 2, чуть длинный, не резко. Налево 2, чуть длинный, понял. Право 6, длинный, 80. Лево 6, 80. Через трамплин, возможно, прыжок. Лево 80. Лево 6, 60. Право 2, длинный, жду. Право 2. 60. Лево 4, длинный, 100. Через трамплин, возможно, прыжок. Лево 4, понял. Надо ехать аккуратненько, самое главное. Может быть, мы тогда... Опасный, право 3, чуть длинный. Право 3. Налево 6, да. Чуть длинный, не резать. 80, трамплин. 6, не резать. Держись левее, прыжок. Понял, держаться левее, прыжок. Опасный, право 5. Право через 5. 80, усложняется в 2. Узко и скользко. Усложняется в 2. Узко и скользко. Налево 6, чуть длинный, не резать. Право 6. Право 6. Лево 6, 80. Так, можно разогнаться. Право 6, продолжается 80 и усложняется в 5. Левый 5, отрицательный, 80. Трамплин, возможно, прыжок. 120, через яму. Так, через яму. Лево 3, чуть длинный, не резать, так. Отрицательный. Лево 3, отрицательный. Поднимаемся. Право 3, чуть длинный, не резать. 60. Левый 6, через трамплин. Опасно. Левый 6. Левый 5, чуть длинный. Левый 5. Направо 4, длинный.
80, трансфит, возможно прыжок. И право 6, продолжается, стоп. И право 6, я надеюсь, мы отыграем сейчас по времени. 60, трамплин. И левый 2, длинный. Так, левый 2, отлично. Зарулил еще. На право 5, длинных, усложняется в 3, 80. Подброс, лево 6. И право 5, чуть длинный. На лево 6, держись правее, через яму. Лево 6, не резать. Право 5, налево 6, 80, право 4, усложняется. Налево 3, не резать. Направо 4, длиной 80. Налево 5, чуть длинный. Право 6, опасно, держись правее через трамплин. На развилку лево 4, длинный, не резать, жду. Что-то раньше нельзя было сказать, что-то он все надо его. Держись правее, сейчас трамплин. Коллега, блин, не налево может. Налево 5, длиной 100. Налево 5, длиной 100, понял. И трамплин 100. Трамплин, и узко право 5, сложнее в 4. И лево 5, направо трамплин. 5. Развилка направо 4, не резать. Налево 6, трамплин. Лево 6, иду. Лево 4, длинный, не резать, но сложнее в 3. Право 1, чуть длинный. Право 1. Не резать. Налево один, чуть длинный. Право один, чуть длинный. Давай, 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 80, давай. Держись по центру через трамплин. Стоп. Опасно. Узко лево 6. Через трамплин. Право 5. Не резать. Стоп. Опасно. Узко право 6 длинный. Через трамплин. И лево 6. Держись по центру через 2 трамплина. Опасно, тормози. 60, правый 3 чуть длинный. И левый 4 чуть длинный. Еле успел. 100 через яму. Так, финиш вижу. Трамплин, возможно, прыжок. Через финиш. Фу. Фу, ну в этот раз уже получше проехали, однако 11 секунд все равно, блин, не знаю, почему-то она не тянет. Не хватает ей немножко, особенно на подъемах. Вроде пытаюсь нажимать, может быть, наоборот, перегазовываю, она шлифует под собой. Но, по крайней мере, все равно четвертый. Не можем мы обогнать. Хотя вот первое и второе место потихоньку меняется. Они скидывают позиции друг друга. Будем надеяться, что в обратную сторону я проеду чуть побыстрее. Старт. Право 4. Через трамплин прямо. Через 100. Лево 6. 80. Трамплин. Трамплин 4. 100 через яму. Право 4 на 3. Лево 4, чуть длинный, отрицательный 60. 4, 60, левый. Держись по центру, через 2 трамплина, право 6. Лево 6, не рез, 150. Лево 6. Опасно, узко лево 5, не резать, отрицательный. Право 6, длинный, 150. Право 6, длинный, понял. Опасно, держись по центру, через трамплин прыжок и притормози. Левый 1. Понял. Право один, чуть длинный. Право один. Вообще коротенький прыжок. Налево один, длинный. И право три, длинный. Не резко. Широко через трамплин, 60. Внимательно. Право 6. Налево 5. Не резать вдоль перекрестка. Право 6. Лево 5. На трамплин. Право 6. Налево 5, длинный трамплин. 80, трамплин. Как право 6, усложняется в 5, не резать. Трамплин, возможно прыжок, 60. Развилка право 3, не резать. Так, тихо, право 3. И трамплин, возможно прыжок. Лево 6, направо 5, длинный. Лево 6, направо 5, длинный. Налево 3, длинный, 60. Налево 3, длинный. Право 3. Право 3. Налево 5, усложняется, не резать. Лево 5, едем. 150. Лево 6. Так, лево 6, опасный, понял. Право 6, внутри камень, 200. Камень, спасибо, что вам не предупредил, я сам. Право 6, через подбросы. Лево 5. Право 6, сюда. Сколько можно поворачивать туда-сюда? Право 4, блядь, длинный. Дорогу. 60. Так, тихо, право 4. Лево 1, чуть длинный. Лево 1. Ох ты, блядь. Опять я на этом повороте вылетел немножко там. Право 6, чуть длинный трамплин. Так, право
6. Направо 6, чуть длиннее. Усложняется в 4. Усложняется. Лево 6. И трамплин. Направо 5, чуть длиннее. Усложняется в 2. И резко. Усложняется в 2. 60. Лево 2, длинный. 60. Так. Право 2, длинный. И резко. Трамплин. 80. Лево 5, длинный. Трамплин. Возможно, прыжок. 80. Опасно. Лево 4, длинный. Держись по центру. Направо 4, чуть длинный. И резко. Держись правее через трамплин. Лево 4, длинный. Опасный, право 2, длинный. Держись по центру. Тихо, блядь! 170. Все равно не по стенам ездим, блядь, а по дороге. Опасный прыжок, право 5. Усложняй, не резко. Лево 6. Налево 6, длинный. 80, через подброс. Тихо. Мне нужно выиграть. Право 6. Хотя доехать до финиша, право 6. Налево 6. Подъезд, направо 5, усложняй, не резко. Опасно, лево 2, пусто. СМС-ки, блядь, идут во время склонки. Скользко, держись по центру. Налево 6, 60, трамплин, прыжок. И держись левее через трамплин. Хорошо, понял. Опасный трамплин. Направо 6, на 5, пуска. Лево 3, длинный. Лево 3, длинный, блядь, черт, так поздно так. Просрал. Трамплин, возможно, прыжок. Право 3, длинный, 60. Лево 2, длинной, 80. Вдоль стоянки. Лево 2. Направо 6. На трамплин, возможно, прыжок. 60. Держись левее через трамплин. Право 6, длинный. Налево 6. И право 2, чуть длинный, не резко. Лево 3, длинный. Держись правее. Через трамплин 80. Трамплин 80. Сколько времени проебал, блядь? Право 6, через короткий трамплин. Право 6, через короткий. Налево 4. Налево 4. 80. Лево 6, 80, через короткий трамплин, через финиш. Фу. Доехали, ну хреново. Разумеется, 37 секунд целых. Блять, вылетели там с трассы, конечно, не очень удачно. По стенам поездил там тоже немножко. Однако третья позиция. Третья. Некоторые люди тоже, то есть, накосячили. Пробуксовка сцепления. То есть, отвалились глушитель, фары. То есть, повреждения людей. Мы еще даже вроде как бы хотя бы целые приехали. У людей тут примечания. Вон у кого-то там... Стерлись тормозные колодки, у кого-то крыло повреждено, кто-то ударился очень сильно, треснуло лобовое стекло у кого-то. Ну так, ладно. Неплохо проехали. Четвертая позиция все равно пока остается. Целые, блин, минута 50 секунд. Хотя, по-моему, стало меньше. У меня же было, по-моему, где-то 2 минуты с чем-то разницы между первым. Так что в первой гонке мы остаемся на четвертой позиции. Пока что. Общая награда 35 тысяч нам подстегнули. Неплохо, в принципе, на четвертой позиции финиш. Стоимость ремонта обошлась всего в 2000. И бонусов еще нас же насыпали. Неплохо проехали. Обновление команды. Улучшение двигателя 1 установлено. Снижение веса стадии 1. Прогресс 30. То есть это открылось или это просто добавилось как-то? Уведомление об X2 улучшение. Уведомление от механика. Это понятно. Так, ну жаль, конечно, что в тройку не смог войти. Ну, такие дела, вот, ребят, вроде как неплохо получилось. Казалось бы, первый мой опыт более-менее в раллийных гонках. Никогда до этого особо не ездил, особенно на руле. Достаточно сложновато это все проходит. До этого я катал только в Assetto Corsa из более-менее таких автосимуляторов. Но там совсем другое. Assetto Corsa все-таки это больше такое по асфальтированным дорогам. Там уже обычно играется либо на формулах, либо на GT2, там GT3 и так далее. Дрифт там тоже есть. Но вот раллийные гонки это совсем другой экспириенс, я вам скажу. И, блин, советую покатать, если у кого-то нету. И даже, в принципе, моего руля днеченского, ну, вполне себе хватает для ралли, для того, чтобы получить удовольствие. Все-таки, ну, если есть форс-фидбэк более-менее адекватный, чтобы позволяет вам создавать усилия, то играть очень интересно. Но на этом, пожалуй, все. Продолжение будет когда-нибудь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Не играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!